Сегодня в Киеве националисты вышли на улицу, чтобы поддержать своих единомышленников Андрея Медведька и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеси Бузины. На митинге в парке имени Шевченко собрались несколько сотен человек. Члены запрещенного в России правого сектора, представители партии «Свобода», а также участники войны в Донбассе. Затем радикалы направились к зданию прокуратуры. По дороге они зажгли фаеры, перекрыв улицу и заблокировав движение в центре города. Националисты требуют освободить Медведька и Полищука. Напомню, известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля этого года во дворе своего дома в Киеве. Летом МВД задержал двоих подозреваемых, сторонников крайне правых взглядов. Оба фигуранта дела были взяты под стражу. Однако в декабре одного из них, Дениса Полищука, перевели под домашний арест.